Всем привет, друзья! Мы выехали в экспедицию в деревню Першино. Деревня Першино, Ивановской области, Тейковский район. Вот сейчас мы находимся здесь. Вот, сейчас мы будем снимать здесь довольно большой кусок. И вся наша группа в экспедиции. Здесь прекрасная натура, здесь, во-первых, очень хорошая природа, во-вторых, очень здорово сохранились дома, чудесная церковь. В общем, планы, которые мы наметили, получаются очень хорошо. Как всегда, мы выходим с новостями тогда, когда они уже давным-давно назрели. Новостей хороших у нас очень много. Во-первых, у нас за спиной больше половины этого блока. У нас изначально было запланировано 70 съемочных смен, вот уже 37, по-моему, смен мы отсняли. То есть кусок фильма нашего снят огромный. Материал получается очень хороший. Он отвечает даже нашим высоким требованиям. То есть получается здорово. Видишь? Да, сейчас хорошо. Вот сейчас хорошо. Хорошо. Лошадка стоит там, где надо. Да. Ага, вон дымочек пошел от церкви. Туманчик. Все ребята работают очень-очень хорошо. Работать очень приятно. И все это, конечно, на результат. Те, кто одели ватные штаны, гимнастерки, валенки и шапки, подходим ко мне за шинелями. Подходишь, берешь подсумок. Сейчас я сдам. Да, спасибо. Берешь подсумок и уходишь. Аккуратно к нему относишься. Значит, лопатка должна висеть не на боку и не на спине, а посередине. Это делается для того, чтобы при ходьбе она не отбивала вам бедро. Сразу за ней должна висеть фляжка. Она должна к ней примыкать. Потом у нас снимаются прекрасные актеры. Поэтому все задуманные сцены, какие-то задуманные реплики, задуманный ритм и настроение получается так, как мы хотим. Это очень-очень здорово, очень приятно. В общем, материал очень хороший. Отличная массовка подобрана. В общем, в этом смысле все очень-очень здорово. Значит, естественным препятствием, как всегда, как, впрочем, всегда и было, является, безусловно, бюджет. Бюджет нашей картины вырос достаточно существенно, но деньгами, которые мы располагаем, это деньги, собранные вот на нашем сайте 28 панфиловцев, 28kino.ru, и деньги, которые нам перевело Министерство культуры, 30 миллионов, Министерство культуры Российской Федерации. Значит, разговоры о том, что какие-то деньги нам переведет Министерство культуры Казахстана, они, в общем, так разговорами и остались. И, по всей вероятности, деньги эти, в общем, помощи оттуда ждать не приходится, приходится рассчитывать на собственные силы. Поэтому сейчас мы находимся в очень таком уже непростом положении, потому что огромный кусок отсняли, и, в общем-то, бюджет естественным образом истощился, и сейчас вновь нужна очень серьезная поддержка, потому что, пройдя такой огромный путь совместными усилиями, конечно, нужно его завершить. Поэтому, конечно, помощь нужна. Вся подготовка фильма, которая длилась полгода, она вся целиком была сделана исключительно благодаря поддержке вашей. И сейчас вот мы пожинаем такие приятные плоды этой подготовки. Поэтому лишний раз хочется поблагодарить всех, кто принимает участие в нашем фильме, кто жертвует свои деньги, время, там, усилия, кто делает репосты. Всем огромное спасибо, ваша помощь нам очень нужна. Без нее ничего бы не получилось, и без нее мы не сможем картину доделать. Но в целом нам все время сопутствует удача, как в мелочах, так и в очень крупных вещах. Но помощь и усилия нам все равно, и помощь ваша нужна, и усилия предстоит делать, потому что бой еще не закончен, еще предстоит очень-очень много работы. Поэтому давайте не будем сдаваться, будем двигаться дальше. Огромное спасибо всем, кто с нами, всем нам помогает. Я думаю, что все будет хорошо.